И в продолжение темы. За месяц только в Алматы сотрудники правоохранительных органов обнаружили 5 младенцев-подкидышей в разных частях города. Последними в детскую клиническую больницу поступили эти малыши. Девочку полицейские обнаружили на вокзале, а мальчика, по данным правоохранителей, родная мать хотела продать за $1000. Подкидыш девочка, примерный возраст 5-6 месяцев. А мальчику примерно месяц. Они поступили к нам 24-го, 2-го, 25-го октября этого года. Внешне здоровы, телесных повреждений не имеют. Чувствуют себя хорошо. В данный момент обследуются. Сейчас у малышей нет ни документов, ни имени. Врачи беспокоятся за их дальнейшую судьбу. Если родители или родственники детей не объявятся, то их отправят в приют.